В этом году на озеленение областного центра выделено 137 миллионов тенге. На эти деньги произведут работы не только по высадке цветов, но также выкосят траву, осуществят прополку и полив. В ТО «Жайык-Таза-Калай» этой работой занимаются несколько бригад. Весной текущего года мы посадили около 10 тысяч саженцев. В настоящее время проводятся работы по посадке цветников по городу Уральск. В настоящее время половина нашего плана завершены. Это около 10 тысяч квадратных метров, где посажены цветники. Полив деревьев осуществляется 2-3 раза в неделю. Свежевысаженные цветы нужно поливать ежедневно, иначе в жаркие дни июня они могут высохнуть. Также особую роль играет прополка от сорняков. В нашей бригаде трудится 12 человек. Сейчас мы занимаемся высадкой новых цветов и прополкой зеленых насаждений. Работа очень трудная, особенно в жаркую погоду, но нам нравится наблюдать за результатами своего труда. Работа по уходу за зелеными насаждениями будет продолжаться до глубокой осени. Роман Копняев, Айбулат Джигипара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.